В Тулебийском районе к 175-летию Абая завершено строительство Лии Абая. Она расположена на улице Айтекеби в районном центре. При поддержке спонсоров в парке был возведен памятник великому поэту. Высота скульптуры 3, постамент 2 метра. Болашақ ұрпақтың жүрегімен санасып, рухани жаңғырып жатты. В церемонии открытия аллеи Абая приняли участие руководство района, местная интеллигенция и представители общественности. Аллея была построена индивидуальным предпринимателем на собственные средства. Поздравляю всех жителей с открытием памятника Абая. Выражаю искреннее желание принимать участие в добрых делах в крае, где родились и жили наши предки. Торжественное открытие аллеи памятника Абаю, возведенного в честь 175-летнего юбилея поэта, в рамках программы «Ельбасы Рухани Жангру», приурочено к празднованию Дня независимости. Мы специально встречаемся с вами в преддверии 175-летнего юбилея великого сына нашего народа, философа, ученого Абая Кунанбаева, поэта, мудрого, ставшего общей гордостью казахского народа. Это мероприятие – дань уважения памяти великому Абаю Кунанбаеву и популяризация его богатого наследия. Наследие Абая – это священная ценность, которая открывает путь к нашему единению и развитию нации. Стоит отметить, что на аллее для детей установлены игровые площадки и тренажеры для занятий спортом, есть скамейки для отдыха. Маржан Журабай, Ербол Махашев, новости.